По традиции проводить бойцов в дальнюю дорогу пришли высокие гости, представители общественности и духовенства и, конечно же, родные и близкие стражи порядка. Председатель Государственного собрания Мордовии Владимир Чебиркин выразил уверенность, что миссия, которая предстоит сводному отряду, будет выполнена с честью. Правоохранительный блок Республики Мордовии, он всегда верой и правдой служил своему отечеству. Это не раз подчеркивал и президент нашей страны, и руководство нашей республики, руководство Министерства внутренних дел России. И я думаю, вы справитесь успешно со всеми задачами. Сводный отряд состоит из наиболее подготовленных и прошедших тщательный отбор сотрудников. Им по силам любые задачи, которые поставит командование. Я уверен, что профессионализм, собранность и грамотность будут вашими постоянными спутниками на протяжении всего боевого дежурства. Помните, что вы представляете гарнизон полиции Мордовии, и именно от ваших действий будет зависеть имидж органов внутренних дел нашей республики и страны в целом. Обращаю внимание, что залог успешного выполнения задач, поставленных руководством страны, Министерством внутренних дел, это строгое соблюдение служебной дисциплины и неукоснительное соблюдение мер безопасности при несении службы. После завершения митинга и короткого прощания с родными и близкими, автобусы со стражами правопорядка отправились в дорогу. Вячеслав Кузьменко, Народные новости.